Россия боится залетать своими самолетами в пространство Украины, поскольку наши уже научились очень хорошо сажать на землю этих птичек. Поэтому с территории Беларуси работают они. Об этом пишет вот РБК Украина со ссылкой на белорусский Гаюн, что вот зафиксирован был вылет истребителей из Беларуси, МиГ-31К с аэродрома Мачулище и трех истребителей с аэродрома Барановича. Как должна, на ваш взгляд, реагировать Украина и должна ли как-то отвечать Украина на вот такие взлеты и работу авиации с территории Беларуси? Больше всего мечтает Путин о том, чтобы расширить зону конфликта. Белоруссия, по сути, является оккупированной страной, оккупированной Россией. И никто президента Беларуси не спрашивает, что можно делать на территории Беларуси. Ну, просто никто. Поэтому россияне просто там творят, что хотят. Забирают то количество вооружения из Беларуси, которое хотят, которое им нужно, которое возможно забрать. Вот. Ну и, естественно, использовать Белоруссию как плацдарм для атаки на Украину. Что делать Украине в таком случае? Ну, очень бы хотелось, конечно, приземлить эти самолеты. Очень, конечно, было бы хотелось нанести удар по тем аэродромам, с которых они стартуют. Но тогда это как бы развяжет сильно руки Путину и даст ему возможность уже одеть своих военнослужащих, хотя одевать их не во что, просто взять белорусские флаги, с белорусскими флагами пойти атаковать Украину с севера. Ну, в принципе, он рано или поздно будет стараться это сделать. Ну вот вопрос, будут ли у него силы на это. Это уже другой вопрос. А то, что такое желание у него есть, да, однозначно, у него есть такое желание. Вот. А получится у него или нет, ну, я не знаю. Наверное, желание зайти с севера, это для того, чтобы действительно, ну, вот как в феврале-марте, дойти до Чернигова и Киева, или целью есть оттащить часть наших сил на Северный фронт с Донецкого направления? Потому что если они будут стараться идти, еще раз повторить этот подвиг, Киев за 3 дня, знаете, они тогда сделали очень большую ошибку, дурацкую ошибку с военной точки зрения. Ну, потому что они рассчитывали на авось и действительно верили в пропаганде, что можно взять Киев за 3 дня. И слава богу, что они пошли так. Потому что если бы они пошли, например, не на Киев, а на Житомир, Крыжополь, Винницу и в сторону Приднестровской Молдавской Республики, ПМР, то нам было бы намного сложнее. Они бы просто перерезали все возможные пути снабжения. Потом бы Киеву было бы очень сложно Киеву держать. Поэтому никто не ожидал такого массового наступления. И очень хорошо, что они не сделали так, как я говорю сейчас. Будет ли попытка повторить вот этот шаг с сделанными выводами? Ну, зависит от того, сколько они мобиков отмобилизуют, какие процессы будут идти в Кремле, насколько активно будут бороться за власть преемники Путина. А это мы видим, что уже этот процесс пошел. То есть они начали уже бороться за власть. Уже начали там, Бортников, Патрушев, Нарышкин, уважаемый Кадыров. Дальше Пригожин. То есть вот все эти люди, они уже борются за власть практически в Кремле. У всех у них есть параллельные армии, формальные структуры. И чем больше будет нанесен ущерб и поражение армии Шойгу, вот, тем будут сильнее как бы конкуренты. Вот этот процесс в Москве уже идет. И насколько он быстро будет и активно идти? Какие гарантии, например, дал тот же директор ЦРУ Нарышкину, мы с вами, к сожалению, не знаем. Или, к счастью, не знаем. Вот. Но о том, что такие гарантии, может быть, были даны, и даны были не только, допустим, Путину, а именно окружению Путина, неформально. Может такое быть? Вполне может.
о том, что, например, там чьи-то деньги будут разблокированы, чьим-то никогда не будут разблокированы. Вот. Кто-то с кого-то снимут санкции, а с кого-то нет. Все зависит от того, как они себя будут вести. И вот насколько Путина хватит ресурса своего внутреннего для того, чтобы собрать ударный кулак на севере Украины, а незаметно это сделать будет невозможно. Вот. Вот если он сможет это сделать, вот тогда будет опасность большая. Ну, пока такой опасности нет. Еще раз повторю, это очень хорошо, что они сделали свою ошибку, ну, с военной точки зрения ошибку, что они поддались амбициям, политической целесообразности и стали жертвами собственной пропаганды. Угу. Нам просто с вами повезло.